Hamıya salamlar əziz dostlar, Mavi Kingsonal 150 aboneliyə qarşılıq Mafia 2 oyunu ilə qarşınızdayam. Baxaq görək nələr olacaq. Bu oyunu test etmə məqsədi ilə oynadım. Əla da işləyir. Problem yaşanmadı Allah'a şükür. Nəysə. Bunu bir YouTube kanalı tövsiyədə olub. ABF Play kanalıdır. Ona da abone olun, ona da like atın. Neyse, başlıyoruz. Həm radionu, həm də ki adi musiqini də kesmişəm. Sadəcə səsdir. Bəlkə marağı itirəcək, amma neyiniyək? Müəllif hüquqları imkan vermir. Vito Scaletta. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Yani İtalya'dan köçtü Amerika'ya da. Bunu nezerde tutur. Покинуть Сицилию. Пересечь океан. И начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Ну, Вита, быстрее, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Вита, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вита. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Она грязкая ролда, да, Яни? Həbsxanaya düşməkdənsə, müharibədə ölməyə seçirəm deyib, ona görə getdi müharibəyə də. Operasiya Husky. Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами,
Мы решили отдать должок. Де Муссолини эскерлерни өлдүрөчү. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ладно, скалета, стреляй! Allora, traditori! Get you. Моя ассерец обвари прежонере, прима карива л'эсерчиту. Капрал, говори сюда и нужны еще войска. Чекари, я не риду русу. Давай. Вы с Вильямсом снимите пулеметчика. Потом ищите петлю, то я каждый человек на счету. Так не пройти. Ну, похоже, мы нашли пулемет. Бери гранату. Давай гранату в окно! Ага, местами. Тогда вставай и пошли. Бери столько патронов, сколько унесешь. Вдруг больше ничего не будет. Ничего себе. Автомат götürdük elimize. Пленные видно наверху. Зачистить второй этаж. Калета, идёт. Что гербедье? А, дирижер. Чекимсиз. Arrenditi o gli faccio saltare il cervello. Эх, ты гетермен, да? Ну, похоже, нам сюда. Пошли, значит. Черт, не выгорит с балкона. Давай обратно внутрь. Кинефер голды. Элла, пулемет. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Non sparate, becciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare! Ma è davvero Don Calò? Cacetto! Un congè quando siamo arretati come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me.
Дон Кало, глава сицилийской мафии. В тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. İtalyanlar təslim oldular. Amma almanlar isə hələ yox. Yaxşı görək də. Musiqinin səsini aldım deyə. Bu səsə də təsir eləyib. Başa düşmədim mən. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита, я тут! А, ёх. Джо! Эй, с возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали! Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Элеки өзümü сүрмүрүк. Вот и он, Эмбервей. Калей, скучал по нему? Ну а ты как думал? Не скажу, что тут прямо... Фикер-версию, да, Эрдемирдон Рою. Но лучше, чем в Аконе. Вновь фикер-верми, Зюрли Сайен, да. Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора, и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газет не читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ага, сам Паттон вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских теолог и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. А, geldik. Салют. А, салют, Чинтани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой, стой, стой. Ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Камонфратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим.
Опа. Это рыбахтие. Приехали. Да, спасибо. Сдачи не надо. Дигета, кими, бунда товар величий. Боже, Мари, отпусти его! Так, мы сейчас вернемся. Черт с два! Никуда он не пойдет. Черт. Надеюсь, это наше. Конечно, наше. Дигельдик. Жизель, дигельдик. Элла. Привет, мама. Я вернулся. Рита. Рита, сынок. Ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Рита, сестричка, как ждали. Дела? Иди сюда. Садись, садись. Дома. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Дзуппа ди полло. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Беничи, сеньоре, команчара, клепадунта. Тем очевидно, провидене порвечили кельнанно. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Если Вито на Элесе один дар адам, где? Я тоже. Ну, увидимся утром. Спи крепко, бомбино мио. На следующий день... Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. О, Касим Гехте. Элла. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо? Ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Адио. А же енде Джо из билдини лежит, а? Нейсе, гетти, гетти. Иш талынчан гидрик. А мне плевать. Простите. Мне плевать, хоть юбку последнюю продайте. Что тут происходит? Вито! Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Да. Ага, да, лобашта. Я отведу тебя в школу. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Вито, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Хватит, не как? Надо! Вита, что ты делаешь? Мен бачму врушсан сене шерефсиз. Вита, прошу, не впутывайся!
мать твою! Знаешь что? Вали отсюда нахрен! Вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Не гордюсь. Dedim ahı. Hep piyada gelirik de o boydan yolu. O da ihtiyatlı oldu ama bir kaça kaça gelirik de indi. Hem boydan yolu gelecek. Mecburen Joy'la işbirliği diyecek de geldik. Ne boydan yolu kaşa kaşa geldi ki? Джо Пашан, простите, мэм, геldik. Вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другой. Geldik. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи, поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих тёлок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся, у меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ. Джой, ну ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Витой очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похож, ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, это испаночка что-то с чем-то. Ну, как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее за 3 месяца. Только-только все обставил. 3 месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть. Меня-то ты знаешь. Яхши, паша, Джо, гель. Ой. Ай, ох. Тыж гетеремщик, а. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Да не то чтобы... Ну, так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да. Ну, а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да. Спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да че, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. Эй, слушай, а можно... Что?
Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь или как? Ладно, ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Да, извините. Самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Хорошо, теперь направо. Потом езжай пока прямо. Havalar ki qarlıdı, güclənməklə ilə geriki. Heç də yol ver. Sən mənə deyimə. Hayda, dondu. Hey, hey, polegçe, polegçe, pomedlenye, a? Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Слушай, а ты не шутил. Тебя и правда научили водить. Хоть что-то хорошее от этой войны. Дичуйдике. Geldik. Эй, Вита, если тебя надо сменить, так и скажи. Нечего тут жевать сопли. Ала, я вошел, да. Вран-врана я. Тома баштыры. Ух ты! Только глянь на эту цепу. Отлично. Джефферсон 42. Красивая какая! Прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех, кому надоело воевать. Эй, Джузеппе, привет, я тебе Джо. Клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы? Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот. Держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ и замок откроется. Легко. Я думаю, я архи, мы первый раз поиграем, да, мэн? А, дьявол! До встречи, Джузеппе, сея Бенедика. Легко, да? Увидимся, Вита. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Ты гетерри машин, да? Подозрение в угоне машины. Ой, Сэндмен.
жми на газ! Понял. Вот машину угоняет, преследую! Ну так это еще не конец! Вас понял. Бросик, быстро! Йох, тут ма. Йох. Не с места. Я буду стрелять. Он вооружен. Вернулся. Çok sağ ol Joe. Ama kendi kaçma vaktidir. Hara getiyor la bu? Yakin baga girip de mi? Maşınlar da... Доброго денечка. Здесь возьмёмся ахтарштой. Чего тебе сделать? Новые номера для тебя не вопрос. Все. Макс, спасибо. Ancak özümüzse hele de aktarıştayız da bu opşim. Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. Эй, а это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербилле. Все тёлки с ума сходят. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне-то зачем танцульки? Я же обаятельный. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Ой-ой-ой. Аз галмышты я. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Д и Я поставил вместе. Ай, блин, перестань. А вот это верняк. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает. Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблемы. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Ой, сэнэ. Гёрдлер бизи. Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя открою. Ну, это позор. Слушай, если у тебя висит 17, словами можно вообще не заморачиваться. Хорошо, теперь направо. Хорошо, почти на месте. Поверни направо. Йо-йо-йо. Ой, та-да, Майк. Вот и свалка Майка. Поезжай через ворота. Гэлдюк. Блин, какие... Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет, а? Слесарюга? Засохни, ты кто тут? Элизгалба. Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. Рад знакомству, Вита. Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага, ладно.
Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригоняй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. А, твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну, истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка стоит? Боже. Да хрена! И еще не факт, очистит ли. Ты заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе 3,5 сотни баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Вита, давай пошли, Андиаму. Все равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяю, болван. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Элла, ilki silahımız Robert'te. Неплохо так, неплохо. Эй, Вита, ну-ка, ты в бензобак попадешь? А, да что, бензин остался? Ну, я знаю анекдот в тему про поляка, но не скажу. А, да, кстати, пошел ты. Ладно, хватит стрелять, работать пора. Теге магазин долдурум, эр ихтимала, лазым олажак. Gitti mi? Yok, radyo onsuz da işlemir. Ben söndürmüşüm hamısını, yerli dibli. Fikir verirsin de müzik sesi gelmir. Хорошо, тогда выезжаем как приехали, потом по шоссе на запад. Через город не поедем. Здесь направо. Ой, да-да. Ну и как тебе дома? Хорошо. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Ха, куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Убирайся к чертовой матери. Да я тебя просто дразнил. Про бабки не волнуйся. Эта работенка только начало. Скоро будешь в них купаться. Так что, Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше? Нет, нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Ай, сэнэ, еле меня гёрдлэр. Этому району нужно туда больше, а, да, 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 эй. Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там, санагуты? Йо, первый месяц ульмэк стэмбрэм. Что такое? Зашибись, прекрасно. Звери это. Да что ты? Друг друга мочат, вот и все дела. Burada GTA'daki kimi bir şey yoktu. Я не зря тебе пушку дал. А, кстати, теперь с оружием ходишь? Это еще зачем? Без него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? Здесь налево.
Ne kadar yol gedirik ya biz? Ne kadar olar ay kardeş? Ehtiyatlı ol da. Я и забыл, какой тут хороший район. Знаешь что, вот буду богат, куплю себе здесь домик. Только день как вернулся, а дом родной ему уже не нравится. Эй, что за наезды? Я просто любуюсь, ну и мечтаю. Когда я себе еще такое смогу позволить? Ха-ха, у тебя бутылка от шампанского внутри пива, друг мой. Не волнуйся, я помогу тебе. Вот, вон та кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься? На фабрике есть рабочие места. Верно, просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Ирк ищем из дебу бизим. Yaxşı, hardan girək? Hayda donma. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Вас понял. Бабун дирем, это гарда, кес мне еще чатин дие. İçində yoldan, onsuz da tələsirik.
Keç de yolumdan. Avari eylese zarafası ölecek de yani. Yatay kim değil bu. Görürsen götüreceği bu. Эй, задание выполнено. Как все прошло? Расплюнуть. Вот только машина принадлежала кучке нигеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Да, наверное, бомбисты. Хантер с их район. Они не серьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хороша. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Вот тебе твои 400. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, парни. До встречи. Вот твои 300, остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Ладно, поехали домой. Я устал. İlk maaşımızı aldık da yani. Ancak hele aktarışta yukarı. Eve gittik ve salam. Вита, нам нужно на шоссе. Ну что, работу выполнил и не облажался. Так, держать. Да, но мне чуть башку не оторвали. Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на Сэнд-Айленде? Ну, такая работа, парень. Что поделаешь? К тому же, вряд ли ты еще чему обучен. Наверное, ты прав. Не переживай, все будет проще простого. Так, что за тип этот Бруски? Майк полезный мужик. Ворчит много, но всегда какое-нибудь дельце докрутит. В основном с угонщиками. Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты и правда его заставишь платить за химчистку? Не, спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тот еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет купил. Майк его так отделал, что чувак ослеп на один глаз. За десятку. Представляешь? По мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними просто душка, увидишь. Юзейки кетсин бу. Где-то можно машину поставить? Не хочу красотку на улице бросать. И правильно, так что ставь ее рядом с моей в гараже. На улице прямо стада уголовников. Да, район уже не тот, что прежде, а? Теперь на машину гетердикет. Везеки грузовик гетердикет.
Все. Четыре. Yalından çıxdı, bu harda idi. Neyse. Aşağı John'un evi bura gitti deyəsən. Yox, bura deyil. Hiç baxmıram oyuna. Если хочешь есть, жратва в холодильнике. Ты голодный, Вита? Нападай на холодильник. Biraz içək. Tuvalet hamam ayrı diye. Yaxşı, yata. Тут спит Джо. Я сплю на диване. Düz seçim edib, divanda yatır. Telefona cevap verim. Sonra yekunlaştırırım. İçimizde kalmasın da yani. Дворец удовольствий, Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь. Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбина Мио. Ладно, пока, мама. Neyse. Məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, üzünüzə yaxşı baxın, kanala abunə olun, like atın, davamı gələcək.